Юным пермским знатокам стало плохо в Ижевске. Удмуртия в этом году пыталась принять чемпионат страны по игре «Что, где, когда». Но выявить, чей интеллект выше, не удалось. Участники отравились. В числе пострадавших оказались не только наши школьники, но и ребята из Краснодара, Челябинска, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов страны. В Удмуртию съехалось почти 1500 человек. Порядка 90 почувствовали себя плохо от обедов в местной столовой. Сначала даже не могли подумать, что что-то может быть с пищей, потому что все было вкусно, хорошо приготовлено. Значит, и потом уже вчера, где-то в 6 вечера, соседка наших девочек из другой команды, которая приехала с Сыктывкара, начала себя плохо чувствовать. У нее появились признаки отравления. Игры пришлось отменить. Эксперты взяли пробы воды и еды в лагере «Дружба», где собирались проводить интеллектуальный чемпионат. В республиканском Минздраве сообщили, что организаторы должны были уведомить власти о проведении мероприятия и утвердить меню, но не сделали этого. Заболевшим врачи поставили диагноз ротавирусная инфекция. Ставится известность Роспотребнадзор, согласовывается меню на все дни. Я как понял, что значит здесь не было никакого согласования. Вот. Данная инфекция – это фекально-оральный путь передачи, пищевой путь передачи. Скорее всего, источником человек является, и поэтому все возможно через пути, через пищевые продукты. Что, где и когда съели молодые интеллектуалы, установит следствие. Свою проверку ведут и специалисты Роспотребнадзора.